Дорогие друзья, портал Экзегет приветствует вас. Отвечаем на ваши вопросы. Что молитву делает наиболее эффективной, а что этому препятствует? Ну, Христос как сказал, не всякий, говорящий Господи, Господь войдет в Царство Небесное, а исполняющий волю от самого Небесного. То есть, если мы стараемся жить по Евангелию, это делает нашу молитву эффективной. Также мы знаем из книги про Исаии о том, что Господу Богу важно, чтобы мы находились со всеми в мире. И сам Христос потом говорит, прежде чем принести дар твоему жертвеннику, пойди, прежде примирись с братом твоим. То есть, безусловно, молитва эффективна тогда, когда мы в мире находимся с людьми. Еще апостол Павел говорил, что и по возможности будьте со всеми в мире. Ну и последнее, самое очевидное, это вера. Господь говорит, по вере вашей будет вам. В конце концов, если у вас нет веры, то молитесь словами одного человека, которому упоминается в Евангелии, который говорил: Господи, верую, помоги ему мы не верю. Хотя бы будьте честными. Если будете молиться, честно говорите, Господи, прости, я даже не знаю, есть ли ты. Но мне очень нужна Твоя помощь. И если ты, пожалуйста, помоги мне. Вот, мне кажется, хотя бы честность это тоже добавит эффективности. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.